Хочу благодарить наших спонсоров iCool.ru за то, что и в этом году они нам предоставили возможность приехать на CES и поделиться всем этим с вами. iCool.ru – это магазин, где вы сможете найти по-настоящему уникальные девайсы. Идем так спокойно с Олегом по CES. И здесь Олег вдруг на меня прыгает и говорит: это нужно обязательно снять. Обязательно. Это по-любому нужно снять. Угадайте, что это? Steam машин и их маленькие коробочки. Вообще, коробочек здесь достаточно много. Если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, штук 12, наверное. Они все от разных компаний. Они все выглядят очень по-разному. Единственное то, что их связывает, что они все будут работать на платформе Steam. А вот там вот наверху мы видим игры, которые они показывают. У них будет также, как я понимаю, одинаковый вот этот вот джойстик-контроллер. То есть он будет похоже одинаковый на большинство из этих коробок. Давайте посмотрим на то, что здесь есть. А про них информации практически никакой нету, но хотя бы мы увидим, как они выглядят. Компания Zotac показывает вот как такую штучку. Как я понимаю, то есть они будут все очень разного качества, все будут за очень разные цены, и у них будут совсем разные возможности. То есть они будут сделаны для разных, во-первых, как бы нужд, да, скажем, некоторые будут работать как медиа-центры, некоторые будут работать как просто игровые приставки, да. Ну вот, пожалуйста, опять же, мы смотрим на них всех, они все очень-очень разные. Самое симпатичное, я бы сказал, это вот это вот здесь, которое находится от компании, которая называется iBuyPower, с каким-то таким симпатичным львом. А вот такая вот коробка, она, наверное, больше всего напоминает консоль. А, то есть у вас одна кнопка, тут как бы, если бы вы думали, что были бы дисководы, он бы стоял здесь, но вот такая вот консоль, и сверху у нее небольшой логотип Steam. Опять же, они все очень-очень разные, и они все будут работать через одну и ту же систему. Олег чуть-чуть кого-то не убил. И они будут вам позволять, в общем, играть игры, которые у вас на сегодняшний день находятся на PC, то есть в вашем персональном компьютере, играть их, как будто вы играете в приставку. А все это будет стримиться откуда-то, с каких-то серверов, или в некоторых ситуациях, если я не ошибаюсь, это будет стримиться напрямую с вашего компьютера. То есть вы можете поставить игру на ваш компьютер и после этого играть ее через эту приставку на вашем телевизоре. Но опять же, они будут показывать намного больше разных вариаций этих коробок, которые будут делать больше, чем просто игры. И вы сможете пойти вот так, прийти в магазин и выбрать та, которая больше всего подходит вам, а не так, как все делают PlayStation, где вот у вас одна коробка, или там Xbox, где вот эта одна коробка, и это то, что в ней есть. Идея интересная, надеюсь, что скоро мы это начнем уже видеть в продаже, и... Меня как бы вот такая вот, я бы сказал, такая вариация больше всего устраивает, поскольку я небольшой геймер, но иногда хочется поиграть. Нам также досталась возможность посмотреть на их демо-контроллер. Опять же, все то, что вы видели на картинках, ожидали. Здесь у вас тач, такие панельки, у вас кнопки сверху и снизу. Посередине есть кнопки, которые, я думаю, что будут кастомизированы. У вас есть триггер внизу, с этой стороны триггер здесь и два триггера сверху. Ну и, конечно, обычный USB вход для зарядки. Это еще как бы демо-контроллер, поэтому это, конечно, не финальная, совсем не финальный вариант. А вообще в руке, вот так вот если сидеть, да, сидит он достаточно удобно. Для моей руки немножко он маленький, то есть мне приходится пальцы очень сильно вниз спускать, то есть вот для этого. Джойстиками было бы немножко попроще, мне кажется, но опять же это может быть дело привычки. Идея интересная, но опять же надо посмотреть финальный вариант, чтобы правда понять, насколько это удобно. Мы были только сейчас рядом с Steam, и вот эти были Steam машины.